Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лалуна. Сегодня мы идем смотреть новое обновление. Оно вышло вчера, но вчера у меня был весь день разряжен телефон, поэтому я не смогла про него снять. Интересненько. Приключения с животными — это, так я понимаю, продолжение прошлого обновления, где можно было получить коинсы. На этот раз мы можем получить аж алмазы, но я думаю, то, что это будет очень-очень сложно. Хотя бы три зема получить, потому что, ну, а конкуренция в ZPET, она, конечно, огромная. У меня все утро не загружалось. Это паркур! У меня все утро не загружалась эта локация, просто загрузка стояла на нуле. Я надеюсь, что сейчас такого не будет, потому что только что я попыталась зайти в ZPET, и все было хорошо. Там загрузка пошла, но я специально вышла. Отлично! Ура! Ура, ура, вау! Так, я надеюсь, что музыки нет, поэтому мы успеем почитать, что тут написано. Это у нас приключения с животными, очень интересно. Чем-то напоминает мне вайб Animal Crossing. Очень красивая поляночка, посмотрите, как здесь классно. Я не хочу отсюда уходить, потому что... вау, мы сможем получить коинс, зона 2, может быть, и алмазы. Нет, они больше... Даже одного алмаза им жалко нам, да... Блин, ужасно, что тут есть звук, в общем... Кто у нас на первом месте? А главное, с каким результатом? 14? Я так понимаю, что это секунды? А нет, подождите, нет. Это места. Или нет? В общем, я не понимаю. Окей. Вау! Это жук маленький. А что он сказал? Угу. Очень интересно. Вау! Мы сможем получить животных? Собственных животных? Посмотрите, какая-то карточка непонятная. Жирафик. Милота. Что здесь еще есть? О боже мой, посмотрите, это будет выглядеть примерно вот так, куда она ускакала. Блин. Окей. Посмотрите, тут есть книжка с кроликами и кофе. В последнее время я очень люблю кроликов. Просто помешано, хочу в ZPET купить себе кроличьи ушки. Итак, куда мы отправляемся? У нас есть, я не знаю, что это, наверное, мышка, мишка и... окей, ладно, забейте. Это место, я не знаю, что это, наверное, телепорт, как все люди здесь появляются. Я думаю, что мы все почти рассмотрели. Посмотрите, маленькая жопа принцесса. Так. Я думаю, что все, мы посмотрели. Я вижу этот ужасный паркур. Давайте начнем вот с этого. Не знаю, насколько это правильное место, куда стоит идти в первую очередь. О, приветик. Ой, так. Меня тут встретили. Очень забавно. Интересно. Мы можем выбрать уровень или нам дают уровень? Нам дают уровень. Естественно, мы новичок. Кто же еще? Это ужасно. С этого момента придется отключить звук и проходить просто без звука. Окей, потому что я не думаю, что вы сможете вынести вот это. Сейчас я задумаюсь над тем, нужна ли такому формату озвучка, потому что я вполне могу записывать свой голос поверх, и если вам такой формат понравится, я смогу сделать его постоянным, хотя бы мы, наверное, неделю сможем попроходить вот этот паркур. Я очень рада, что для ребят, которые обожают паркур в ZPET, теперь есть возможность на этом еще и зарабатывать, потому что это достаточно весело, наверное, еще прикольнее проходить это все с друзьями. Я прохожу одна. На самом деле я встретила пару подписчиков, потому что несколько раз пришлось перезаходить, но все равно мы очень потерялись, потому что первый раз я встретила девочку, с которой я даже не увиделась. Видимо, она была на какой-то другой локации, просто мы были в одном месте. Я не знаю, как нормально сказать. В общем, она могла мне писать, я видела то, что она пишет, но я так ее не увидела. Еще я плохо ориентируюсь в этих локациях новых. Пока что, вот проходя, я даже не понимала, как это будет работать, скипаются ли у нас уровни, потому что сейчас я на 6-м.
А сохраняется ли этот уровень или нет, я тогда не знала. Я тогда думала, что нет. Поэтому очень усердно проходила с онемевшей рукой это все, потому что я боялась потерять то, что я уже прошла. А как вы могли заметить, руки у меня достаточно корявые, падать я буду очень-очень часто. В общем, далее видео будет просто с музыкой, но вы обязательно напишите, хотели бы увидеть полноформатное такое видео с озвучкой полностью. Можете написать свои вопросы под этим видео. Я на них тогда отвечу в следующем таком видео. А с вами был Луна. А, я еще попрощаюсь с вами в конце этого видео, так что можете досмотреть до конца, либо перемотать его просто. Но на этом моменте мы с вами прощаемся. Give it a bigger explosion.
Yes, well, I mean, the creepers were a mistake. I defined the... I don't have any modeling programs to do the models, I just write them in code. And I accidentally made a tall instead of log, so it was like a tall thing with four little feet. And that became a creeper. It was supposed to be a pig. You get kind of used to it. It's like getting good at searching. It's very abstract. It's trying to describe things in a way that's easy to change. Yeah, I can do anything. We can make arrows explode when they hit the ground instead. Exploding arrows. They're actually kind of fun. Let's give it a bigger explosion!
Yes, well, I mean, the creepers were a mistake. I defined the... I don't have any modeling programs to do the models, I just write them in code. And I accidentally made them tall instead of log, so it was like a tall thing with four little feet. And that became a creeper. It was supposed to be a pig. You get kind of used to it. It's like getting good at searching. It's very abstract. It's trying to describe things in a way that's easy to change. Yeah, I can do anything. We can make arrows explode when they hit the ground instead. Give it a bigger explosion.
Yes, well, I mean, the creepers were a mistake. I defined the... I don't have any modeling programs to do the models, I just write them in code. And I accidentally made a tall instead of log, so it was like a tall thing with four little feet. And that became the creeper. It was supposed to be a pig. На этом моменте я решаю сдаться, потому что вообще без понятия, как пройти это место. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. С вами была Луна. Всем пока.